Приятного просмотра. Кто тут у нас? Прошу, вот мой билетик. Благодарю, мисс. Стоп, что тут у нас? Вы что? Никакого фастфуда, мороженого и конфет. Тогда познакомься с моими друзьями, Гвен и Джейн. Ой, не могу, игрушки, боюсь, сейчас живот надорву. Давай поиграем. Гвен, твой выход. Что? Ну, приветики. Здрасте. Чем обязан? Обязан извиниться. Джейн? Кто не пускает Милу? Кто вызвал гром? Это недоразумение. Ты прав. Девочки? Да, Мила. Уберите его. Подавись паутинкой. Думаешь, это все? Вот мой молот Мьёльнир. И сейчас ты познакомишься с ним поближе. Пока, неудачник. Дай 5, подружка. Вперед! Мила, пошли. Теперь вход свободен. Вот наши места. Вау, круто. А теперь, где мои сладости? Точно, держи. Фух, ну и духота. Мы про сладости. А, конечно, вот они. Стоп, что? Я тоже хочу. Можно мне немного? Конечно, угощайся. ММ-демсиков? ММ-демсики? Я тоже хочу. Не переживайте. Всем хватит, мне же не жалко. Сладости в моем кинотеатре? За что я плачу этому олуху? Кэтнэп, заменишь его? Нет, у меня на кошек аллергия. Может, Барби? Оу, вы такая милая. Вашей маме Кен не нужен. Соберись. Точно. Дэдпул и Росомаха. Росомаха побеждает. Здорово, чудик. Вы у меня попляшете, сладкоежки. Тьфу, ненормальные. Это теперь мое место. Ну что, кто рискнет? Надень. Какие формальности? Ладно. Камеру убери. Совсем другое дело. Согласна. Паучье чутье? Что? Никаких конфет. Досмотришь в полицию. А ну, кыш отсюда. Сейчас же. Что? В чем дело? Нарушительницы. Никаких сладостей. Какой наивный. Получай. Зря вы это. Проще простого. Тогда отведай моего молота. Что? Все равно криво висело. Подходите, девочки. План Б. Попробую. Вот тебе, вот тебе, вот тебе. Давай, не жалей, еще. Вот тебе, вот тебе. Ой, паутина закончилась. Упс. То, что нужно. Вот вам свитерок. В нем вы точно не замерзнете. Мы тебя запомнили. Мы еще вернемся. Привет. Чисто. Конфеты есть? Нет, что вы. А если найду? Так и знал. Кошмар. Ой, снова заусенцы. Так-так. Нам надо срочно попасть к Миле. Пригодится. Салют, дамы. Ты что, страх потерял? Что он задумал? Салют, чувак. Я тебе не чувак, понял? Один момент. О, вот он. Понял, прости, друг. Ой, не тот карман. Вот мой билетик. Дай сюда. Что? Сладости? Никаких конфет. В мусор. Ну ок, не проблема, шеф. Прости, насморк. Могу идти? Можешь. Маме привет. Лузер.
Пока. На что он рассчитывал? Салют. Мне очень не хотелось. Ловись, конфетка большая и маленькая. Есть. Сюда. Мила, там совсем одна. Что? А это иди. Кидай. Класс. Идем. Привет, наши билеты. Никаких конфет. Что? Ой, эй, как же мы это? Взяли сладости? А я говорила тебе, позорно. Молчать. В мусор все. Пока, конфеточки. Вы были такими сладкими. Нет, я не успела попрощаться. Ну, хватит, проходите. Как же я буду без вас? Я не могу. Это жизнь. Она не всегда справедлива. Купился. Ой, скорее. Ой, не попал. Вы здесь. Мы такое придумали, смотри. Поторопись, Гвен. Окей, момент. Тяну, тяну. Ничто не ускользнет. Поехали, дружок. Минуточку. Паучиха, вам конец. Вы у меня попляшете. Ой, это тебе. О нет, что делать? Очень смешно. А эти сладости так утомляют. Ой, не говори. Как же нам пройти? А это еще кто? Привет, подружки. Ну, Дэдпул дает. Привет, красавчик. Я войду? Привет, конфетка, сладости есть? Остряк. Нет-нет, сладкая только я. Остряк, когти видела? Что такое, пупсичек? Упс. Может, не надо? What's that? Ребята, не смотрите, я опозорен. Что же делать-то? Гвен? Так, тот самый план. Зайди внутрь, а там все сама поймешь. Окей, уже иду. Приветики. Что? Со сладким покончено. Нет-нет, никогда. Что ж, тут верим. Спасибо. Ой. Надоели. Эй, привет. А конфетки? Не бойся. Гвен, иди к нам. А вот и я. Принесла все, что нужно. Блаженство. Мы сделали это, команда. Я возьму и я. Что? Конец фильма? Ну что ж, пойдем. Ага. Пора домой. Спасибо, девочки. Пока, мистер Росомаха. Ты уволен. Что это? Ну да, точно, я же теперь охранник. Эй, съемка запрещена. Шредер? Шредер? Он что, новый охранник? Кто его нанял? Я иду в кино. Эти сладости лучше спрятать. Приветик, вот мой билет. У тебя есть сладости? Нет. Уверена? А если найду, я чувствую сладости своим носом. Я вытрясу из тебя всю правду. Ну все, добро пожаловать в зал. Приятного просмотра. Мои сладости! Чего ждем, черепахи? Проходите по одному. Какая наглость! Нельзя обижать детей.
Сразимся! А что? Я ничего. Майки! А, как больно! Идем залечивать раны. Бегите, лузеры. Ребята, смотрите. И что это? Это мое новое изобретение. Конфетная пушка. Испытаем ее. Да не вы, балбесы. Дайте сюда яйцо. Оно стало сладким. Отдай сюда. Эй, дай мне попробовать. Ну и обжор. Возьми попкорн. Идем за мной. Эй, Шреддер, мы пришли. А сладости есть? Нет, с нами нет никаких сладостей. А это что? Эй, поаккуратнее. Шреддер умеет обращаться с оружием. Это не опасно. Проходите. Напугали Шреддера оружием. Черепашки, вы пришли? Что вы принесли? Дай мне попробовать. Что получилось? Целая ведерко M&M's. Дайте сюда, держи, Эйприл. Как вкусно. Что-то здесь не так. Подозрительное отсутствие сладостей. Ага, они меня обдурили. Давай его тоже наполним сладостями. Разрешите. Какое интересное изобретение. Шреддер! Пора тебе стать черепашьей конфетой. Не так быстро, я буду бороться. Отпусти пушку. Прости, не удержался. Я придумал, что с этим делать. Ты цела? Да, Раф, ты в порядке? Кажется, да. Майки, а ты? Эй, я не знаю, где Майки. Куда подевался Майки? Майки, что это? Это Люк. Сейчас вы все сами увидите. Второй Люк? Ты бы еще сюда всю канализацию притащил. Зачем это? Смотрите. Ну, подождем. У меня есть билет. Не могу дотянуться. Подержите-ка. Вот он. Ну что, мне можно пройти? А это что? Обычный люк? Ладно, проходи. Придумают же такое. Ну что ж, начнем. Ребята, скорее прыгайте сюда. Вау, у него получилось! Здорово! Донни, давай, иди к нам. Окей. Что? Я так и знал. Очередная уловка. Класс, молодцы, ребята. Отличная идея, Майки. Эй, черепашки, а где конфеты? Где конфеты? 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 О, нет. Они остались на диване. Какой ужас. Не волнуйтесь, сейчас я их принесу. Сладости, вот вы где. Ну, привет. О, нет. Почему Донни так долго нет? Я проверю. Эй, Донни, ты где? Все хорошо. Это не Донни. Ты в порядке? О, нет. За мной, ребята. Проваливайте, черепахи. Давай еще пакетик. И еще пачечку. Еще немного. Держи. Вот и вот. Ну что там? Получилось. Шреддер ни за что не догадается, что там сладости. Пропустите будущую мать. Кто беременный? Черепаха беременна. Серьезно?
Да, мы ожидаем ребеночка. Можно мне послушать? Что ты говоришь, маленький? Шреддер самый сильный злодей в мире. Вау, малыш еще не родился, а уже знает меня. Какой хороший ребенок. Ему можно доверять, проходите. Спасибо. Спасибо. Отличный фильм. Мне понравилось. Сеанс уже закончился, а конфеты так и не начались. Эйприл, подожди. У меня есть идея. Что? Мамочки, у нее отошли конфеты. Эй, ребята, если вы любите наши истории про черепашек, то скорее ставьте лайки, и мы снимем для вас еще. Запрыгивайте, ребята. Лео, Майки, Донни. Отлично. Вот и наше логово. Вау! Как здесь круто! Давайте со мной! Сколько здесь всего интересного! Такое яркое! Вау! А это что? Таинственная жижа. Привет! Хочешь попробовать ударить? Да! Становись сюда и бей со всей силы! Вот так! Давай, замахнись! Раф, тебя побила девчонка! Пицца! Это же пицца! Ты издеваешься над пиццей! Зачем? Это жестоко! Попробуй! Сделаем новую пиццу! Нутелла! Прекрасно! Что дальше? Скитлс! Отличная идея! М&М's, желейные червячки! Вау! И зефирки! Перфекто, эпико! Молодец, пицца-мейкер! Ребята, скорее сюда, попробуйте новую пиццу! Оу, а где она? Ну что ж, всю пиццу съел повар. Бывает! Великолепная, вкуснейшая пицца специально для черепашек-ниндзя. А самое главное, она без анчоусов. Пицца! Минутку. Отдыхай, малышка. Подождите меня, ребята. Выходите, ребята. Пицца! Я уже близко. Черепашки. Что? А где все? Заберу хоть девчонку. Ненавижу скейты. Кричать бесполезно. Вот мой билет. О, нет. Шреддер, где? Такие странные. Время кино. Помогите! Освободите меня! Сиди и молчи.
Проход закрыт. Я жду вас, черепашки. Эй, видеосъемка запрещена. Эй, Шреддер, где ребенок? Девочка в кинозале. Помогите мне! Привет, малышка. Мы разберемся с тобой, жестянка. Хочу это видеть. А жареных гвоздей не хочешь? What? Я пойду первым. Нет, сейчас моя очередь. И это все, на что вы способны. Я не впечатлен. Пока, черепашка. И так будет с каждым. Есть! Получилось! Ну, сейчас ты отведаешь моего клинка. Хватит танцев. Упс, застряла. Я присяду рядом. Кто из вас следующий? Я подожду. Иди ты, Донни. А есть что-нибудь поинтереснее? Ну все, хватит. Крутой ход. Теперь я. Потанцуем, Шреддер? Что? Ничего не потерял, черепашонок. Что? Скакалка? Сегодня не мой день. Теперь моя очередь. Эй, Шреддер, ты забыл про меня? Что тебе надо, малявка? Вы! Увидимся вновь, я гарантирую! Тебе конец, мутант! Приготовься, это будет быстро! Нет! Милый маленький зайчик, вот кем ты была до мутации. Считай, я вернул тебя к корням. Но мутагена все еще недостаточно. Мне нужно больше мутагена. И тогда я превращу поросенка в грозного Бибопа. Фу, ты неисправим. Мутагена не хватает, где же его еще взять? Точно, черепашки-ниндзя. У них мутагена на кучу мутантов хватит. Я добуду мутаген из вас, жалкие черепахи, и мне никто не помешает. Я уже иду к вам. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. Кто не спрятался, я не виновата. Ребята, где же вы? Думаю, они спрятались в коробках. Майки, Донни, Лео, Раф, кто где? Использую считалочку. Энни, Бенни, Рикки, Таки. Эй, девочка! Тише ты! Ладно, беги! Эй, Брил! Все черепахи в домике. Отлично. Теперь осталось только их найти. Где же вы прячетесь? Ага.
Наверное, все залезли в эту большую коробку динамит. Устроим большой взрыв! Эй, почему не взрывай? Неудача. Ребята, никогда не играйте со спичками. Что-то мои приустроило. Кава-лузер. О, нет, не надо. О, да, еще больше мутагена. О, нет. Это зловещий смех. Черепашки, я спасу вас. Фух, кто-нибудь помогите, пожалуйста. Остановитесь. Черепашки в беде. Ну все, ты пожалеешь об этом, рептилия. Нет, нет, нет. Да, да, да. Меня не видно. Нет, не падай. Привет, Шреддер. Пока, ниндзя. Осталась просто черепаха. Все черепахи любят пиццу. Я выманю их на запах. Горячая ароматная пицца. Пицца. Держись, Лео, ты в коробке. Пицца! Ммм, какой аппетитный кусочек. Кто же хочет его съесть? Никто? Жаль. Что ж, тогда он отправляется прямо в мусорку. Что он делает? Так нельзя. Еще один кусочек. Кто-то будет? Нет? Ммм, как жаль. Мое сердце не выдержит. Остался последний кусочек. Он такой вкусный и великолепный. Лучшая пицца в городе пропадает зря, и никто ее не съест. Прощай! Нет. Я спас ее! Шреддер? Подожди, я доем пиццу. Ну что, все уже? Сколько можно жевать? Все, давай, стреляй, я готов! Ну, наконец-то! Осталась всего одна черепаха. И всего одна коробка. Кажется, черепаха должна быть тут. Тук-тук, есть кто живой? Спорим, она там. Сейчас узнаем. Будь здесь, никуда не уходи. Сыграем в пиньяту. Что? Пусто? Но как такое может быть? Где черепаха? Остался только панцирь. Надо вытряхнуть ее оттуда. Зря трясешь, Шреддер. Кажется, это твой панцирь. Хочешь получить его обратно? О, нет, не надо. Держи. О, нет. О, да, у меня есть весь мутаген. Сейчас я сотворю своего Бибопа. Активировать капсулу с мутагеном. Я гений злодейства. Мой идеальный план сработал. Начинаем превращение. Стоять! Что происходит? В чем дело? Ты кто? Я тот, кто тебя остановит. Беги, свинка. Здесь должны быть черепашки.
Шредер. Что? Ты проиграл. Что все это значит? Как вы здесь оказались? Это моя клюшка. Я еще вернусь. Ура! Мы снова победили! Мой мяч! Стоять! Машин нет? Окей. Уйди с дороги! Держись! Эй, моя машина! Ты ехидна! А ты смотри, куда едешь! Ты в порядке, малышка? Спасибо, Наклз! Как это трогательно! Аж противно! Ауч! Что это? Активировать злобность! Наклз, что с тобой? Ярость и гнев! Восхитительный злодей! Итак, вот твое задание. Приведи Эми Роуз. Но где же Тейлз? Почему не открывает? Может, ее нет дома? Соник? Эми Роуз? Привет. Привет, Тейлз. Проходите, я покажу вам свое новое изобретение. Вот оно, динамит на радиоуправлении. Я назову его динамит-метеорит. Очень круто. Но у меня к тебе другая просьба. Сможешь присмотреть за малышкой Эми? Окей. Спасибо, ты настоящий друг, Тейлз. А мне уже пора. Окей. Эми, хочешь посмотреть мой новый бластер? Нет? А как тебе мой марсианский глобус? Не интересует? А пушка-ловушка? Это крутая штука. Бесполезно. Да что у тебя там такого интересного? Дай сюда. Никто не смеет забирать мой планшет. Упс. Отдай мой планшет. О, держи. Я открою дверь. О, Наклз, ты как раз вовремя. Заходи. Присмотришь за малышкой? Я ненадолго. С удовольствием. Эй, отдай планшет. Хочешь получить его обратно? Попробуй отбери. Давай, за мной, вот сюда. Оп, попалась. Задание выполнено. Что тут произошло? И где Эми Роуз? О, нет. Вот ее геолокация. Она в парке. Скорее, за ней. Ваш заказ, сэр. Благодарю. Какой аромат. Эй, парень. А? Это было очень вкусно. Пока. Официант, меня ограбили. Где моя еда? Успокойтесь, одну минутку. Это же соус. Вероятно, вы сами все съели. Это был не я. Ты видел вот этого парня? Он побежал вон туда. Спасибо. Эх, лисичка моей мечты. Вау, фильм про меня. Я хочу его посмотреть. Дайте я внимательно проверю ваш билетик. Ну сколько можно? Мы уже час стоим в очереди. А можно побыстрее? Это слишком долго. У меня появилась идея. Все сюда. Здесь открыт второй вход. Окей. Спасибо, большое спасибо. Проходите, глупышки. Что? Это не кинозал? Эй, выпустите нас! Приветик. Вот билеты. Их здесь два. Но почему? Вот мой второй зритель. Привет! Привет. Окей, проходите. Приятного просмотра. Выпустите нас! Откройте! Что? Серьезно? Дамы, разрешите? Что? Как она это сделала? Откройте! Извините, вы видели этого парня? Да, он прошел в зал. Постой, тебе нужен билет. Какой билет? Вот такой. Ой, смотрите, там Зендея. Где? Не вижу.
Вот мой билет. Да? Ну ладно. О, отличный фильм. О-оу. Вот ты где. Прошу прощения. Что тут произошло? Ярость и гнев. Привет, мой новый злодей. Укради для меня Эми Роуз. Эй, Тейлз, ты чего? Это он! Он запер нас за дверью. Я? Да. И посетительницы пропустили фильм. Прошу прощения. Я вам перескажу сюжет. Сейчас я тебе покажу. Нет, мы оба крутые, давай дружить. Что за бред? Вау, отличный сценарий. А какие спецэффекты? Happy End. Вау, класс. А будет вторая часть? Извините, мне пора бежать. Здорово. Ну что, идем домой? Эй, выпустите нас. Где же она? А вот и ты, моя любовь. Присаживайся. Ладно, спасибо. Эти цветы тебе. О, фи, не люблю такое. Э? Ты где? Выходи за меня. Фу, нет. Ты идешь со мной. Нет, руки прочь от моей невесты. Только попробуй ее тронуть. Эй, это вообще не твое дело. Тронь ее хоть пальцем, и я... Это мой мешок. Не переводи тему, ты так просто не уйдешь. Ребята, никогда так не делайте. Насилие – это плохо. А что тут? Ладно, отменю заказ. Порядок, слежки нет. Господин Эгман? О, привет. Ну, как там дела? Подожди, я активирую дрон. Мое новое изобретение. Ну давай, дрон, покажи, что ты можешь. Промазал. Давай, размажь его. Господин Эгман, где же его номер? Ну же, как ему позвонить? Эй, ребята, у вас все хорошо? Да, Соник! Привет, Эми. Вижу, вы тут отлично поиграли. Ну что, бери планшет и идем. Соник? Соник? Соник, подожди, хватит! Зачем это? Что не так? Я же собрал все вещи. Возьмите еще вот это. Нет, 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 водный пистолет нам не нужен. Не мешай нам, малышка. Я и так не могу пошевелиться. Не волнуйся, дорогая. Идем. И еще возьмите клюшку. Зачем нам клюшка в аквапарке? И еще это. И вот это. И вот это очень нужно. И акула. И мой любимый мишка. Но все на выход. Время идет. Привет, Руш. Вот твоя подопечная. Привет. Ага, привет. А вот ее вещи. Nice. Малышка, слушайся, Руш, я в тебя верю. Счастливо. Скажи, Флами, как он мог покинуть нас здесь одних? Кто твой герой? Сейчас я тебя... Ну как можно злиться на такого красавчика? Мяу. Идем, мой ежик. Возьми все вещи. Хочешь поиграть, детка? Нет. Твоя любимая акула? Нет. Поиграем на гитаре? Не хочу. Руки вверх. Только не стреляй. Сдаюсь. Кому мороженое? Эмили, ты где? О, нет, это плохо. Малышка пропала. Надо позвонить Эми Роуз. Хотя...
Она будет очень недовольна. Нет, 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 лучше позвонить Сонику. Кто это, Соник? Это Руж. Привет, Руж. Алло, Соник, у нас проблема. Что? Святые иголки. Сейчас. Что там случилось? Ничего, в горле пересохло. Схожу за водичкой. Что случилось, Руж? Я потеряла Эмили. О, нет. Мы ее найдем. В дело вступает детектив Соник. Вау! Я вижу следы. Очень много следов. А вот и нужный. И он ведет прямо в ту сторону. Дальше ты сама, Руж. Мне пора возвращаться. Пока. О, кое-что забыл. Отлично, это сойдет. Ну ладно. Эми, это тебе, дорогая. А ты принес водички? Так жарко. А, точно, вот, это фирменный коктейль. Что это? Извини, забыл украшение добавить. Нет, я не буду это пить, спасибо. Ну ты привереда, очень даже вкусно. Здесь следы теряются. Где же ты, малышка? Может, кто-нибудь видел эту крошку? Что за звуки? Ребята, а вы тоже слышали эти звуки? Ставьте скорее лайк этому видео, если вы думаете, что Эмили в мешке. Кто здесь? Не тронь мой мешок. Что тебе надо? Ты, отдай мне мешок сейчас же. What? No! Окей. Ты не получишь мой мешок. Ну что ж, тогда я звоню Сонику. Так романтично обедать только вдвоем. Никто не сможет нам помешать. О-оу, срочный вызов. Соник! В чем дело, Руж? Это Шэдоу украл Эмили. Я с ним разберусь. Стоять! Пора это прекращать. О, бедняжки. Отдай мешок. Не отдам, он мой. А я говорю, отдай. Я говорю, не отдам. Что это? Любимая игрушка Эмили. Это ты ее украл? Да нет же, я просто собирал мусор. Хотел сделать этот город чище. А мимо проходил Эгман. Эй, ты ничего не хочешь поднять? Что? Это не моя игрушка. И он выбросил игрушку прямо мимо урны. Я никогда ему этого не прощу. Прости, бро, мы ошиблись. Мне пора, Эми Роуз. Найди Эгмана, Руж. Еще увидимся. Стоп. Можно одолжить этот мусор? Спасибо. Как тебе? Красивый зонтик, правда? Эми Роуз понравится. Нет. Не забудь свою туфельку, Золушка. Эми, сколько можно спать? Смотри, я принес зонт от солнца. Фу, ну и вонь. Сколько мусора? Выбрось его сейчас же, Соник. Ладно, не кипятись. Хотел как лучше. Где же она? Эгман? О, приветик. Защищайся. Напарница, стреляй. Что? В чем дело? Почему ты здесь, Эмили? Слишком много вопросов, мышь. Стреляем. Что? Эмили? Соник! Что? Нам нужно срочно домой.
Наконец-то я увижу сестру. Подожди, Эми, не спеши заходить. Да в чем дело? Дело в том... Смотри. Что? Куки! Что он там делает? Ладно, я больше не могу это скрывать. Дело в том, что Эмили... Эггман! Приветик! Эггман! Рада тебя видеть! Что? Но как? Привет, Эми Роуз! Как прошел ваш отдых? Привет, сестренка! Как вы тут без меня? Все прошло просто отлично! Эггман! Что все это было? Сейчас я расскажу. Я, как обычно, был занят своим гениальным изобретением, как тут раздался телефонный звонок. Эггман слушает. Доктор Эггман, можете прийти к Руше забрать меня? Окей, в чем дело? Я хочу пострелять в вашей лаборатории. Алло, можно забрать твою сестру в мою лабораторию? А, да, конечно. Ну что ж, идем, юный падаван. Добро пожаловать в мое царство. А вот и наша первая мишень. Отлично. Доктор Эггман, дай мне оружие. Конечно, Эмили. Целься ему прямо в нос. О, ты мой маленький гений. Молодец. Класс. Хочу еще пострелять. Окей. Тебе пора на свалку, игрушка. Эггман? Что? Тут нет урны. А теперь бой водяными пушками. Напарница, стреляй. Что тут происходит? Защищайся, мышь. Нет, нет, нет. Вот так все и было. А хотите услышать, как я был на свадьбе Эми и Соника? Ауч, это было больно. Остановись-то, яйцеголовый. Мы снова сделали тебя. Идем, Эми, нам пора. Мы крутая команда, Эми. А теперь портал. О да, портал, скорее. Что? А где портал? Мои кольца ни разу не ломались. Что? Кажется, я захватил мешочек ювелира. Здесь все кольца обручальные. Как неожиданно. Конечно, я согласна. Ну ладно, твой размер. Свадьба? О, да. Как я рада! У нас будет лучшая ежиная свадьба в мире! Я знал, что мне этого не избежать. Пойдем готовиться. Я вам устрою лучшую свадьбу. И пригласительный для Руш. А тебя я не приглашала. Соник? Привет, детка. Прости, бургер был вчерашний. Эти пригласительные нужно разнести. Одну секунду. На! И быстро. Все приходится за ним убирать. А мы еще даже не женаты. Ни клиента. О, деньги. Откуда? Это было просто. Как же это скучно. О, свадебное платье. То, что нужно. Идем со мной, манекен. Может, этот пиджак? Да, бери, что хочешь, мне все равно. Приветствую. Вижу, вам нужна помощь. Вот наша линейка новых рубашек. Полоска? Нет. Тогда примерьте это. Стильно и лаконично. Окей. Ну как, я похож на жениха? Невесте точно понравится. Руш, ну как тебе? Что? Это ж таракан! Говорят, что это стильно. Кто сказал таракан? Упс, прости, любимый. О, боже. Что вы мне дали? Вот, примерьте вот это. Специальное предложение для супергероев. Окей. Ну как? Лови щит. Это прекрасный выбор. Ты не должен видеть меня в свадебном платье до свадьбы. Руш, уведи его. А это что за маскарад? Вот же идеальный свадебный костюм. Примерь его. Loser. Прошу прощения, мы вас не спрашивали. О, а вот и наряд для подружки-невесты. Я нашла идеальный вариант.
Это будет сюрприз. Плачу наличными. Сдачи не надо. Привет. Ты просто великолепен. Подождите, стойте. Проклятье, не вышло. Прошу прощения, но это мое место. Поздравляю, у меня для вас эксклюзивный подарок. Ой, мне пора. Увидимся позже. Стоять, это полиция! Руш неисправима! Приветик, поздравляю с днем свадьбы. А вот и мой подарок. Ходячий музыкальный центр. Ура! Это Джигглипафф! Мой любимый покемон! Ну, пой уже! Все, хватит, молодожены уснули. Просыпайтесь, ребята. Держите мой подарок. Спасибо, Тео. Подвинься, моя очередь. Руки! Вот, поздравляю с днем свадьбы. А что внутри? Я понятия не имею. Свадебная фотосессия двух влюбленных ежиков. Прикольная была идея взять фотографом Человека-паука. Ребята, встаньте чуть ближе. Вот так. Отлично, редактору понравится. Что ты мне принес? Мне нужна сенсация, а не свадьба переодетых ежиков. Где фото Человека-паука? Ваши фото. О, спасибо. Что? А почему все вверх ногами? Он испортил нам все фото. Ты только посмотри, Руш. На мой взгляд, все в порядке. Ну, конечно. Ты ведь тоже вверх ногами. Что стоишь? Прогони его. Ты уволен, прости, приятель. Я уже здесь. Улыбочку. Вот ваши фото. О, скорее посмотрим. Гадкий Эггман вновь испортил нам все фото. Это шедеврально. Проклятый Эггман, снова ты. Я испорчу вашу сладкую свадьбу любой ценой. Что? Постой, не надо. Предлагаю устроить свадебное перемирие. Вот твое приглашение. Будем рады видеть тебя почетным гостем на нашей свадьбе. Значит, друзья, когда-то я был пастором и смогу поженить вас. Соник, нам пора. Бегу за воротничком. Это моя первая свадьба. Моя тоже. А вот и твоя ушастая невеста. Обменяйтесь кольцами. Пара, созданная на небесах. Эта история любви началась, когда их иголочки еще не были колючими. Эми сразу полюбила Соника, но вскоре чувство стало взаимным. Эй, еще рано целоваться. Добавим огня этой свадьбе. Нет! Там бомба! Упс, простите, ребята. Эггман, вот это шоу! Спасибо, приятель. А торт был вкусным. Поздравляю, молодожены. Отличная свадьба. А сейчас... Эми будет бросать букет невесты. Девочки, готовьтесь. Мне он нужен больше. Нет, мне отойди. А по-моему, похороны намного лучше свадьбы. Раз, два, три, бросай! Бросаю! Он твой, Руш. Так нечестно! О, Руш, ты выйдешь за меня. О, как это романтично. Наконец-то! Я согласна. Потанцуем. Первый танец мистера и миссис Соник. О, это так трогательно. А что у нас тут такое интересненькое? Подарочек для Эггмана. Ты кто? Фу, кыш! Эй, это личное. Не подглядывайте. Устал я тебя ловить. Давай закручу в танце. Эй, дорогой.
Ну что еще? Лови поцелуйчик благодарности. Оп, поймал. Он меня не ценит. А это еще кто на моем месте? Эй, милочка, лети отсюда. Новенькая, иди сюда. Знакомьтесь, это Руш, наша новая ученица. Что еще за... Прикольная мышка. Даже не думай, Соник, сядь. Эти летучие, такие фифы. Это ты сделала, Руш. И это еще не все. Здесь точно был стул. Скорее бежим. Что это было? Руш, что ты задумала? Хочу тебе кое-что показать. Тебе это понравится. Какие очаровательные усы, доктор Эггман. Но вот так еще лучше. Я думаю, без усов он стал выглядеть моложе. Круто придумано. Что здесь происходит? Оу, Эми, это не то, что ты подумала. Признавайся, Ёж-изменник. Ты нашел себе новую любовь. Тише, ревнивица. Я всего лишь хотела пригласить его в музей. Что? Только два? Окей, третий билет тебе. Обожаю музей. Эй, нам сюда. О, прикольные фигурки. Это называется экспонаты. Ты что, не был в музее? А вот и Эми. Привет. Оп, поймал. А что это за мамин халат на тебе? Это дизайнерское платье. Здесь нет дресс-кода. И все посетители в обычной одежде. Неловко вышло. Прошу прощения. Мне нужно припудрить иголочки. Эй, Эми, ты куда? Идем, Соник. Я открою для тебя мир искусства. Это эксклюзивная чашка с единорогом. Главный экспонат. Этот банан такой реалистичный, вы не находите? Слишком эксцентрично. Это шедевр. Да-да, и в нем много калорий. Похищение экспоната. Всем оставаться на своих местах. Я иду. На местах, так на местах. Я спасу тебя, Руш. Правда, я быстро? Это лишнее. Откуда сирена? Здесь что-то не так. А вот и грабители. Пойманы прямо на месте преступления. Это не я, я вообще в отпуске. Ребята, а вы видели, кто на самом деле украл экспонат? Напишите имя настоящего вора в комментариях, чтобы меня отпустили. Произошла ошибка. Спросите у Соника. Эггман, это все ты, злодей. Теперь ты тоже злодейка. Мы в тюрьме. Я? Нет. Сейчас мой молот тебе покажет. Стоп! Никаких молотов в тюрьме. Я его забираю. Это мое! Крошка Эми без своей игрушки. Но хуже эти девчачьи аксессуары. Что? Опять? Никто не отнимет мой пика-пика-молот. Нет, нет, нет. Какая агрессивная ежиха. Будешь носить браслет для деактивации телепортации. Что? Я не могу вызвать молот. За хорошее поведение вы можете заняться искусством. Благодарю. А как же я, офицер? Держи блокнот и карандаш. Я самый щедрый смотритель. Я нарисую свой антистресс. Соник, он всегда меня успокаивает. Моя любовь. Что? А куда подевался этот пузатый да Винчи? Офицер! Эггман пропал! Исчез средь бела дня и красок. Как? Сейчас. Всем поставим срочно. Сбежал преступник, кот Эггман. О, какая удача. Я тоже тут не задержусь. Дурацкий браслет. Бьется током. Придется здесь еще задержаться. Но куда же все-таки делся Эггман? Сюрприз!
А что, так можно было? Ты ушастая, на выход. Вышло недоразумение. Ты свободна. Нет, свобода бьется током. Я сниму браслет. Извините за ошибку. Ничего, с кем не бывает. Главное, что мой молот со мной. Счастливо оставаться.